Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео хотел бы поговорить о такой теме, как компрессия барабанов с использованием Transient Shaper перед компрессором. Для чего это нужно? Бывают ситуации, когда вы хотите скомпрессировать чуть-чуть барабаны, общее звучание, но компрессор, скажем так, не совсем отзывчиво реагирует на те или иные транзиенты, на те или иные всплески и работает немножко, скажем так, обособленно. Дело в том, что компрессия барабанов, она вообще такая должна быть, скажем так, привязана к груву, к темпу самих барабанов, потому что если компрессия как бы работает сама по себе, какие-то внезапные пики где-то срезает, где-то их не срезает, то тем самым немножко вот это ощущение грува, этой танцевальности ритма, оно немножко пропадает, потому что компрессор какие-то акценты как-то выделяет, другие он как-то их срезает и так далее. Чтобы усилить, собственно, воздействие компрессора, точнее чувствительность компрессора, мы можем использовать Transient Shaper перед компрессором, чтобы он более так чувствительно относился к партии, которую пытается скомпрессировать. Ну, скажем так, давайте попробуем это на практике сразу. Я здесь зациклил такой барабанный грув. У меня все вот идет на общую шину барабанов. И вот, допустим, я хочу скомпрессировать. Сейчас вот на шину ставлю компрессор. Ну, можно даже попробовать встроенный в Logic компрессор. Ну, то есть где-то слышно, где-то какие-то удары бочек компрессор больше компрессирует, какие-то другие чуть меньше. И можно попробовать сделать его как бы таким более чувствительным к атакам. И попробовать поставить Transient Shaper. Ну, можно любой ставить. К примеру, можно воспользоваться Smack Attack от Waves, что здесь прям можно очень четко отрегулировать транзиенты. Ну, допустим, я сейчас усилю атаки всех барабанных инструментов. То есть компрессор, конечно же, сейчас компрессирует больше, но если бы мы понизили бы именно threshold, то у нас он бы захватывал бы уже какие-то такие хвостовые части звука и, ну, немножко, скажем так, не совсем адекватно работал. Ну, можем даже для сравнения, сейчас я скопирую компрессор, открою этот второй и его отстрою еще раз на компрессию более низкую для без Transient Shaper. То есть слышно, насколько более четкий звук бочки становится вот в таком вот наборе, когда у нас работает вот этот компрессор с Transient Shaper, в отличие от вот этого, давайте сделаю поменьше, в отличие от вот этого маленького компрессора, который работает сам по себе. То есть давайте сравним еще раз вот эти, вот эту пару плагинов. И сравним с этим. То есть теми же самыми настройками, только здесь в данном случае чуть ниже стоит threshold, чтобы такой же уровень компрессии происходил. То есть той же самой, по сути, по уровню компрессии мы получаем немножко разный результат. В первом случае у нас такой более пробивной звук становится, а во втором он вроде такой сглаженный, тоже есть какая-то такая насыщенность, но атаки вот бочек и снейров, они не такие мощные, как вот в первом варианте.
То есть здесь так чуть-чуть все более так выровнено и вылизано, а здесь так более, наоборот, выпукло и агрессивно. При этом уровень самой компрессии примерно один и тот же, и выходная громкость, соответственно, тоже. Поэтому вот такой метод интересный практически. Если вам хочется вот сделать барабаны так чуть поживее, более дышащими, но при этом их не пережимать слишком сильно, а оставить вот это вот такое вот, как сказать, воздействие на слуховой, ну, на слух, на восприятие вообще грува, то вот пользуйтесь Transient Chamber. Не обязательно именно этим, можно любым пользоваться, и даже встроенным в Logic есть неплохой Enveloper в закладке Dynamics. Здесь есть вот Enveloper, тоже по сути Transient Chamber. Ну, либо другим, от любой другой фирмы, их очень много. Просто усиливайте атаку, то есть то, что отвечает за транзиент, перед компрессором, и компрессируете, и получается у вас такой более накачанный звук, нежели чем использовать просто один компрессор с, пускай даже увеличенной атакой срабатывания, все равно это будет немножко не тот результат. Ну что ж, у меня в этом видео на этом все. Увидимся с вами в следующих уроках. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, я все прочту, на все отвечу. С вами был Дмитрий Урсул, всем пока!